Расположенный на берегу Маховца детский центр «Колос» уже 10 лет радует своих гостей обширной развлекательной базой, специальным лечением и образовательной программой. Известная белорусская здравница в течение целого года принимает ребят школьного возраста. Причем они могут приезжать вместе с родителями, бабушками или дедушками и получать весь спектр услуг, предлагаемый оздоровительным комплексом. Примечательно и то, что отдельным категориям граждан предоставляются льготы. Наш центр «Колос» принимает детей, в первую очередь, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС из регионов Брестской области. Кроме этого, у нас работает отделение матери и ребенка. У нас заезды идут, и люди приезжают не всегда заездами, а они могут приезжать. Вот у вас неделька выкроилась, вы взяли на это время там или отпуск, или что-то, и приехали, отдохнули. То есть тут мы не привязываемся четко. Групповые заезды идут по отработанной схеме, по графику, а люди, которые в частном порядке отдыхают, они по возможности приобретают путевки в свое удобное время. Центр «Колос» – подходящее место для проведения детского досуга в любое время года. Ведь здесь каждый раз преподавателями организовываются новые увлекательные программы. Чего стоит только внушающий перечень кружков по интересам, способный удовлетворить пожелания даже самых требовательных ребят. Лепка из теста, поделки из пластика, аппликация, квиллинг, вышивка и даже вязание крючком. Помимо этого проводятся спортивные соревнования, интеллектуальные игры и познавательные экскурсии. Как известный поэт сказал, лето – это маленькая жизнь, поэтому коллектив нашего центра старался, чтобы эту маленькую жизнь наполнить смыслом, интересом, содержанием. Ежедневно у нас проводятся спортивные мероприятия, культурно-массовые, работают кружки, секции. Детям интересно, им есть чем заняться, им есть куда пойти, им есть что вспомнить потом, когда они приезжают домой. Кроме большого спектра услуг «Колоса», здравница располагает хорошими условиями проживания. Наличие номеров повышенной комфортности, а также гостевых домиков позволяет принять семейные пары с детьми. Такая возможность весьма привлекательна как для белорусов, так и для зарубежных гостей, которые нередко посещают оздоровительный комплекс. Любой отдыхающий ищет для себя в санатории какую-то изюминку. Наши белорусские санатории по-своему уникальны, и «Колос» тому подтверждение. То есть кому-то нравится красивая природа, чистый воздух, вкусное питание, либо интересный досуг. Поэтому наши клиенты постоянные, они приезжают сюда не первый раз и, приехав, рассказывают своим друзьям, знакомым, близким. Поэтому и белорусы, и граждане зарубежья, даже в том числе и россияне, с удовольствием приезжают к нам. Очень хорошие условия для отдыха детей. Здесь каждый день большая культурная программа именно для детей. Здесь дети могут обучаться круглый год, если приезжают в учебное время. И почему приезжают? Потому что, наверное, им нравится. Некоторые здесь уже не первый год. Пешие прогулки по лесу, оздоровительная физкультура, спортивные мероприятия на современных площадках, развлекательные игры и конкурсы – все эти занятия непременно придутся по душе школьникам, решившим провести свое свободное время в детском центре «Колос». Комфортные условия и живая природа зарядят не только хорошим настроением юных посетителей, но и укрепят их здоровье на весь будущий год. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».